işlerimiz var. Benim hayallerim var. Benim öz dünyam vardı. Şehit oldum, yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgili. Мухтар Гасымов родился 23 февраля 1993 года в городе Баку. В 1999 году он поступил в среднюю школу 318 в городе Баку. Он в 2009 году, окончив школу, в 2009-2013 годах получил степень бакалавра по кикбоксингу в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. С ранних лет интересовался спортом, неоднократно участвовал в соревнованиях и был награжден призами. С 7 октября 2019 года ему было присвоено звание чемпиона Азербайджана по фитнесу. В 2013 году Мухтар Гасымов был призван на действительную военную службу в вооруженных силах Азербайджана в Гедабекском районе. Продолжив службу, он поступил на офицерские курсы в учебно-воспитательный центр вооруженных сил азербайджанской армии. Он в 2014 году... Закончив военную службу, Мухтар Гасымлы, старший лейтенант вооруженных сил Азербайджана, участвовал в боях на Физуле во время Второй Отечественной войны между Азербайджаном и Арменией, который начался 27 сентября 2020 года. Мухтар Гасымлы героически погиб в боях под Физуле 2 октября 2020 года. Шахид Мухтар Гасымлы был похоронен в кладбище Гала города Баку. Он после смерти был награжден медалью за Родину, а также медалью за освобождение Физулинского района. Да упокоит его душу Аллах. Аллах рахмет эйлесин.